И если говорить о Рио-де-Жанейро в 92-м году, когда собрались руководители всех государств, стран, планеты Земля, и впервые речь пошла об устойчивом развитии человечества на планете Земля, и конференция эта называлась «Об устойчивом развитии человечества», то там вы много что найдете в этих материалах конференции в Рио-де-Жанейро, там и сколько полей плодородных, сколько засушливых, сколько лесов, сколько голодных, сколько холодных, столько богатых, много чего. Но там вы не найдете одного. А что же такое устойчивость? Вот в чем заключается устойчивость функционирования и вообще жизни людей на планете Земля?